Здравствуйте, представьте, пожалуйста. Здравствуйте, Пудрик Андрей, команда Визу-Визу. Как сегодня прошла игра? Сегодня наконец-то, мы так долго этого ждали. Наконец. И вырвали очков у соперника. В чем секрет? Секрет? У нас сегодня игрок, мы прям заявили игрока из Бали. Вот можете посмотреть, он приехал и укрепил нашу команду сегодня, и мы выиграли. То есть его и не хватало, да? Да, все это время.